Дорогие друзья, пандемия коронавируса, к сожалению, продолжается. И Международный онкологический форум «Белые ночи» открывается в дистанционном формате. Рад всех вас приветствовать. Ваш форум – это признанная в мире площадка научного и практического диалога специалистов высочайшего уровня. Среди его участников – представители самых авторитетных мировых и европейских организаций. Сегодня вам приходится выполнять свой врачебный долг в сложной эпидемической ситуации. Огромный ресурс российского здравоохранения сегодня направлен на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Но ваши пациенты не могут ждать. И знаю, что вы делаете все возможное. Важнейшими задачами врачей и онкологов остаются снижение смертности от рака, его ранняя диагностика, внедрение современных методик профилактики, лечения и реабилитации. Но успех зависит от общей согласованной работы врачей, ученых, организаторов здравоохранения и власти. Онкологический форум «Белые ночи» дает возможность обменяться мнениями, поделиться наработками и лучшими практиками. Уверен, что в дистанционном формате ваш форум пройдет так же плодотворно, как и предыдущие годы. Желаю вам насыщенной работы, интересных дискуссий и новых открытий на благо человечества.